Волейбольный клуб «Газпром Югра» не смог справиться с чешским коллективом «Карловарска». Соперники играли накануне в Сургуте в рамках 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Начиналось для сургутян все неплохо. Уступая по ходу стартовой партии 10-14, наши спортсмены взяли 7 очков подряд и обеспечили себе победу в первом сете. Во второй партии сценарий борьбы почти повторился. Практически сразу чехи оторвались на те же 4 очка. Но вот ошибок, подобных тем, что совершили ранее, гости не допускали. Эмоции гостей перехлестывали после каждого успешного розыгрыша. Молодая команда обыгрывала представителей одного из сильнейших чемпионатов на планете. Самое страшное сейчас, что может быть в игре с такими командами, это, в принципе, хорошая команда, и сегодняшняя игра это показала, но это недонастрой, это самое страшное, что может быть, конечно. Одна из причин, наверное, следует искать именно психологию ребят, потому что, ну, мастерство, оно, даже если очень захотеть, за 3 дня оно никуда не уходит. Сургутяне должны были выигрывать 3-й сет, чтобы вернуться в темпоритм игры. Уступая по ходу этого отрезка 5 очков, нашей команде удалось достать Карловарска в самой концовке. «Газпром» отыграл 5 сет-баллов, но, к сожалению, проиграл 24-26. В 4-й партии, которая, к слову, оказалась последней, у наших волейболистов не получалось практически ничего. Итог 18-25 и 1-3 в пользу чехов. Ответный матч состоится через 2 недели в Карловых Варах. Для прохождения в следующий этап «Газпрому» необходимо побеждать со счетом 3-0 или 3-1, а затем выигрывать и золотой сет. Мы ехали в Сургут и не знали, насколько это сильный для нас соперник. Победили главным образом, потому что у нас был хороший прием. Сургут силен в атаке, но это потому, что мы устали после длинной дороги. Мы знаем, что Сургут сильная команда, и в Карловых Варах мы будем играть со счета 0-0.